Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня во время литургии мы слышали особое евангельское чтение об исцелении одержимого бесами. Этот человек настолько был под властью темной силы, что он не мог жить в человеческом обществе, он был опасен. Как вот иногда считают, что очень опасные люди, не совсем вменяемые, они не отвечают за свои поступки, у них расшатана психика, и они могут причинить ущерб другим. Но там речь шла не о болезни мозга, а речь шла о том, что человек находился в полной власти дьявола. И поскольку дьявол есть абсолютное зло, не способное производить ничего доброго, то этот человек был носителем этого абсолютного зла. И он совершал зло везде, где только можно было его совершать. И вот этот одержимый человек, совсем не способный к тому, чтобы жить среди людей, обретает спасение. Возвращается в жизнь. Становится полноправным членом человеческого общества. Господь сжалился над ним и исцелил его, и изгнал бесов. Вот этот частный случай, ведь речь как бы идет об одном человеке, этот частный случай, поскольку он запечатлен на страницах Евангелия, имеет огромное вселенское значение. Бог спасает людей от сумасшествия. И под сумасшествием не следует понимать только диагноз медицинский. Всякое нарушение Божьего закона – это безумие. Потому что Бог дал закон для человеческого счастья. Он сказал: не крадите, будьте верны в браке, не делайте ничего другого плохого, что может принести человеку зло. Никогда не делайте другим то, чего не хотели бы, чтобы вам сделали. Простые и ясные истины. Божественный закон. Но вот исторический опыт показывает, что этот закон тяжело исполнить. А почему тяжело исполнить? А потому что каждый человек может находиться под влиянием этих разрушительных дьявольских сил. И если тот несчастный страдал от того, что дьявол вошел в него, подменил его психику, интеллект, волю, то дьявол ведь может и дистанционно воздействовать на человека, не входя в его физическую природу, не извращая его сознание, а просто подчиняя сознание человека и волю его воле. И это осуществляется сплошь и рядом. Через стереотипы, которые навязываются нам псевдокультурой, через определенную моду на поступки, на слова, на действия, а что самое главное, через ложное толкование человеческой свободы, как произвола. Свобода – это то, что я хочу делать, вот я это и делаю. И мы знаем, какие огромные проблемы возникают у человека, который именно так себя ведет. Он становится невыносим в семейной жизни. Он очень сложен в коллективе, потому что и там нужно смирять себя. Нужно стараться подчинить нередко свою волю, волю тому, с кем живешь, или волю тому, с кем ты работаешь. Когда такое подчинение, несомненно, может послужить Божьему делу и правде человеческой. Так вот, все, что касается сегодняшнего беснования и безумия людей, оно чаще всего происходит от порабощения нашей воли теми стереотипами, той философии жизни, которая навязывается извне. И не только людям, но и народом, и государством.
Я не буду перечислять эти страшные извращения и грехи, которые сегодня в западной культуре и в западной политической мысли представляются как вариация человеческого поведения. То есть, может быть, одна вариация, а может быть, другая, а греха никакого нет. Вместо понятия греха – свободный выбор между разными вариациями человеческого поведения. Но что это, как не безовщина? Бог нам прямо сказал, что есть добро и что зло, что есть путь жизни и что путь смерти. А теперь говорят, да нету никакого абсолютного добра и зла, на добро так не посягают, но так действуют, что у человека возникает мысль, а какая разница? Я ведь свободный, свободный гражданин, в свободной стране. Я закона не нарушаю, а как я себя веду с женой, с мужем, с детьми, это мое личное дело. И вот это как бы неподотчетность современного человека Богу. Из-за слабой веры, а иногда из полного исчезновения веры, и приводит к дегуманизации человеческого общества. И тогда те люди, которые в Бога не верят, за голову хватаются, говорят, что-то делать надо. И с нашей молодежью что-то надо делать, и вообще с людьми. Ну что же происходит? А происходит то, что если Бога нет по Достоевскому, то все дозволено. Нету критерия истины. Делай, что хочешь. Правда, старайся закон не нарушать, иначе тебя к ответственности привлекут. Но не нарушая закон, сколько же пакостей можно сделать? Сколько жизней можно загубить? Морально, нравственно, духовно, сколько семей разрушить, сколько зла Отечеству своему принести, не нарушая никакого закона. Вот нас и учит сегодняшнее евангельское чтение о том, что дьявол силен. Приходилось мне посещать психиатрические клиники и беседовать с опытными психиатрами. Я задал этот вопрос, а вы можете отличить психического больного от бесноватого? Ответ был такой, нет, конечно, не можем, но есть такая модель поведения наших пациентов, которая не укладывается в картину психического заболевания, а безумие на лице, на глазах. Мы не можем описать это поведение в категориях того или иного диагноза. Вот такие ответы я получал. И это есть свидетельство того, что и в наше время есть люди, одержимые духом злобы. Но если это там где-то вот под медицинским контролем, в какой-то изоляции, это одно. Но если эта одержимость не сопровождается асоциальным поведением, если этот одержимый человек законов не нарушает, а если внутри его зло, абсолютное зло, насколько этот человек опасен. А если этот человек, благодаря своим талантам и способностям, входит во власть, как же он может быть опасен? А если он получает власть над трудовыми коллективами, над некими объединениями людей, но ведь у него нету диагноза, хотя многие скажут, отвратительный человек, тяжелый человек, с ним невозможно. Но никто не может ограничить в светском обществе поведение такого человека. А что же может ограничить? Ограничить может только благодать Божия. Не только ограничить, исцелить. Как Господь исцелил бесноватого. Ведь Он же дал и Церкви Божией возможность исцелять через святые таинства. Через молитву, через то великое учение евангельское, которое, достигая умов и сердец, меняет человеческое поведение. Церковь – это и есть община исцеления. Наверное, поэтому так и тянутся в эту общину, в том числе нередко и люди больные. И никогда больных людей нельзя отталкивать от общения в церковном приходе. Это тоже наши братья и сестры. И хотя иногда трудно быть рядом, даже стоять с каким-то больным,
человеком, но нужно преодолевать себя и в нем видеть такого, как ты сам. Потому что церковь есть община исцеления. И в плане личных взаимоотношений людей, но и в широком смысле исцеления общества от силы темной, злой и разрушительной. И вот эта миссия церкви, чем она становится убедительнее и сильнее, тем больше она вызывает противление. По милости Божией мы живем в стране, где сегодня большинство людей верующих, и во власти люди православные, и условия для церковного бытия благоприятные. Никто не ограничивает церковную проповедь, церковь живет самостоятельно и свободно, и тем больше ответственность на архипастырях, пастырях и на всем нашем народе. Мы должны действительно вносить в жизнь всего нашего общества и всего нашего народа, в первую очередь мир, любовь, содействовать установлению добрых отношений между национальностями, а это особенно важно в таких регионах, как Кавказ, между людьми различных социальных групп и различных материальных возможностей. Церковь есть община примирения и любви. И мы ни в коем случае ни своим поведением, ни своей проповедью не должны служить чему-то обратному. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто трудился по созиданию этого Божьего храма. Замечательно, что здесь, на этой Оланской земле, создан прекрасный кафедральный собор. Надеюсь, что он со временем будет расписан, благоукрашен, но даже сейчас эти сияющие белизной стены и то создают совершенно особую атмосферу, в которой так нам сегодня было легко молиться и служить. Пусть Божьи храмы умножаются по всему лику нашей земли. И дай Бог, чтобы в каждом храме создавалась и возрастала в вере христианская община, способная содействовать всем своим членам в продвижении к лучшей жизни, к обновлению духовных сил, к обретению спасения, и чтобы каждая христианская община могла вносить свой вклад в то, чтобы в жизни общества нашего, в котором присутствуют многие религии, разные национальности, укреплялось по-настоящему доброе, братское отношение между людьми, чтобы возрастало доверие и способность вместе, как одна семья, трудиться, решая те задачи, которые сегодня стоят на пути развития России. Пусть благословение Божие простирается над Древним Кавказом, над всеми жителями Кавказа. Ну и, конечно, мое особое слово к православным людям здесь живущим. Пусть Господь хранит вас, укрепляет в вере, пусть умножаются наши приходы, пусть больше добра совершают люди, которые называют себя православными. И дай Бог, чтобы служение церкви здесь, на Кавказе, содействовало еще большему укреплению мира, взаимопониманию между народами. В память о сегодняшнем пребывании я бы хотел преподнести икону Богоматери, которая называется «Умягчение злых сердец». Вот чудотворный образ такой иконы существует. И я хорошо помню, как было еще заседание Поместного собора, который, конечно, всегда обнаруживает различные точки зрения, даже различные противоречия, которые не разрушают церковного единства, но которые создают достаточно высокое напряжение между людьми. И вот в тот момент, когда действительно на соборе стали раздаваться слова, которые могли создать достаточно такое сильное противостояние одних с другими, в этот момент по неведомому, конечно, для нас промыслу Божию, и совершенно неожиданно для меня, в
храм принесли чудотворный образ умягчения злых сердец. Мироточивый образ. И, конечно, люди стали прикладываться к этому образу. Молиться у него. И те, кто помнит это событие, подтвердят, что как присутствие этого образа изменило атмосферу на соборе. И никакой конфронтации, мирно и спокойно. Люди высказывали свое мнение, а затем голосовали за важные, очень важные вопросы, в том числе на том соборе, и нынешний патриарх был избран. И все это прошло в мире единомыслия. Вот мне показалось, что было бы хорошо копию того чудотворного образа умягчения злых сердец подарить и этому святому храму. Чтобы каждый мог помолиться об умягчении тех, с кем он в конфликте, или о умягчении своего собственного сердца. О мире, межнациональном мире, об общественном согласии, о способности всех нас вместе жить, трудиться во славу Божию и на благо нашего Отечества. Пусть покров Пречистой Царицы Небесной через образ умягчения злых сердец пребывает над всеми вами. Аминь.